Так, а теперь двумя ручками. Так, а теперь. Домашние посиделки в семье Зубковых с недавних пор стали разнообразнее. Трехлетняя Василиса с папой с удовольствием играет в салки. Благо, площадь новой квартиры позволяет. После однокомнатной хрущевки 80 квадратных метров кажутся хоромами. На кухне мама Лена радует семью кулинарными шедеврами. У Василисы своя комната, у родителей своя. О такой квартире в центре Самары еще недавно молодая семья могла только мечтать. Мы всю жизнь стремились как-то себе заработать. Мы работаем с самого студенчества. И первую свою квартиру мы все-таки купили сами. Пусть там с помощью ипотечных средств нам родители помогли. Но тем не менее, она была настолько маленькая, что втроем с ребенком было жизнь, да, затруднительно. Тем более мы планируем иметь большую семью. Зубковы решили принять участие в федеральной программе «Жилище». На субсидию могут рассчитывать семьи, в которых на каждого человека приходится до 15 квадратных метров жилья. Есть ограничения по возрасту до 35 лет. Семьи без детей могут получить максимум 600 тысяч рублей, с детьми около 1 миллиона. Собрав документы, Зубковы встали на очередь. Спустя год отпраздновали новоселье. Поздравить их приехал глава администрации Самары Олег Фурсов с тортом, цветами и сертификатом на пылесос. А в этом году, благодаря губернатору, максимальные суммы с федерального бюджета пришли в Самарскую область. Это тоже вот как бы нужно помнить и понимать, потому что это тоже стоит определенных затрат. И, конечно, нам приятно, что вот наша поддержка и решение президента и губернатора позволяет делать семьи счастливыми. Это очень здорово. И квартира у вас очень-очень красивая. Благодаря федеральной программе «Жилище» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» за 4 года улучшили свои жилищные условия 406 самарских молодых семей. И до конца года новоселье справит еще 160 счастливчиков. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.